Привет, друзья! У нас сегодня обзор новой модели турника. Турник брусьев пресс Муромец. Это самая мощная, самая последняя, самая полная и классная на сегодняшний день модель турника. Чем же она примечательна? Я кратенько расскажу, еще посмотрите. Значит, у него обновленные подушки, толщина подушек 5 сантиметров, более мягкая. Здесь большее количество поролона, более качественный материал. Цвета подушек, посмотрите, у нас в группе ВКонтакте. Они могут быть красные, синие, желтые и так далее. Естественно, мягкие неопреновые ручки, которые необходимо разрезать на короткий хват. Этот турник является мультихватом. Почему? Потому что у него есть широкий вхват, средний хват, узкий параллельный хват. И вхват под 45 градусов. Очень удобный. Толщина стали металла. 2 мм, как всегда. Порошковая покраска, глянец. Очень красиво, симпатично и нарядно выглядит. Какие у нас новинки в данном турнике? Ну, вот кратенько есть у нас инструкция. Сам турник выглядит вот таким вот образом в сборном виде. Вся инструкция довольно-таки подробная. Здесь все подробно и хорошо рассказано, как собирается. Кратенько о турнике. Какие новинки? Новые хваты. Ширина профиля не 30, не 20, а 40 мм. То есть более усиленная, мощная конструкция. Максимально допустимая нагрузка до 400 кг. Еще одна новинка – это изменяемая ширина брусьев. Посредством поворота вот этой части, здесь немножко подробнее будет видно, мы можем изменять ширину брусьев. Это может быть 60 сантиметров, это может быть там 40. Ну, посмотрите немножко подробнее в группе ВКонтакте, я всю информацию выложу. Естественно, у нас в комплекте 4 петли, 2 на положение турника, 2 на положение брусьев. Еще одна новинка, одно новшество. У нас есть возможность снимать спинку с самого турника. То есть спинка не жестко сидит, она не приварена, она съемная. Есть специальная, прикручивается с помощью вот этого кронштейна к спинке. И она имеет возможность, помимо того, чтобы просто сняться, она переворачивается. То есть в положении турника или брусьев она не будет мешаться и не будет упираться в стену. Цена, стартовая цена этого турника на сегодняшний день 3800 рублей. Чтобы получить цену 3500 рублей, пишите нам в группу. Всем подписчикам доступна новая цена. Всем спасибо, всего доброго.